22 августа в яхт-клубе Санкт-Петербурга прошли очередные гонки в рамках серии вечерних регат «Коммерсант по четвергам». Гонки проходили при 8-узловом ветре и отличной теплой погоде. По традиции вечерних регат, сначала все участники прослушали небольшой теоретический курс. То есть при повороте эта палка будет перелетать с одного борта на другой. И отправились на воду. В общем зачете по итогам 7 проведенных регат сезона лидирует команда «Мегафон». Второе место делят команды «Альфа-Банк» и «Газпромнефть». Третье место у «Коммерсанта» и «ВКонтакте». В турнирной таблице общего зачета становятся важны не только результаты каждой регаты, но и участие или неучастие команды в каждой конкретной гонке сезона. Ведь за отсутствие команды на старте она получает в итоговый протокол сразу 7 очков. Напоминаем, что регаты проходят в яхт-клубе каждый четверг. Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который все расскажет новичкам, научит основам морского дела и поможет управлять парусной яхтой. По результатам гонок в прошедший четверг победила команда «Жуки». Жуки! Да без капитана мы бы ничего не смогли, потому что капитан как бы самый крутой. Шкипер. Вообще, очень понравилось, очень тактичный, все как бы по полочкам разложил, и без него вообще не смогли. То, что узнала, уже половину забыла, стрепсил, ну, в общем, ладно, все, забыла. Главное было очень весело, хотелось побольше волн, побольше попрыгать, вот. Была прекрасна. В общем, мы очень довольны, и придем обязательно снова. Да, первый раз, великолепно, не ожидал, честно говоря, что это будет, с одной стороны, настолько легко, с другой стороны, настолько эмоционально и невероятное ощущение, с одной стороны, свободы, с другой стороны, прекрасный вид, спортивный азарт и в целом сплошь позитив. Регата «Коммерсант» – соревнования на парусных яхтах, состоящие не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из 5 человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией. Опыт хождения под парусом не требуется. Генеральный партнер серии вечерних регат «Коммерсант» – компания «Мегафон». Подробная информация о регате на сайте www.yachtclubspb.ru/коммерсант. Первое место купаем на вашу команду! Здоровья и встречи! Занимайтесь!